Всем привет, друзья! Думаю, многие из вас в курсе, кто следит за новостями моего канала, что у меня вышел из строя блок питания, компьютера. Началось все с того, что во время игр начал у меня перезагружаться компьютер. Сначала это было редкое явление, потом перезагрузки участились. Естественно, у меня подозрения сразу упали, что это либо перегрев, либо материнка, либо этот блок питания. Первые две причины отпадают, так как я недавно апгрейдил мать, проц и оперативную память. Буквально это было полгода назад. А вот блок питания я не апгрейдил, и он у меня невероятно старый, если не ошибаюсь, даже еще с 2016 года. Чтобы удостовериться в моих подозрениях, я собрал дискуссию в Дискорде с моими подписчиками. Алекс, Серж, Серджио, Иван Сусанин и так далее. Проведя несколько тестов проги OCCT или OSST, херня какая-то полная. Не, прога-то хорошая, я не спорю, но просто хер выговоришь. Короче, выяснилось, что у меня при нагрузке идет просадка напряжения по 12-вольтовой линии. Чтобы в этом убедиться, я еще померил тестером блок питания. Вышло, что действительно идет просадка. Прога не врет. В общем, для меня это сразу непредвиденные траты, так как у меня сейчас дома идет ремонт, нужно менять расходники на тачки, и у меня никак ничего лишнего не остается из финансов. Раньше таких проблем не было, потому что была монетизация на ютубе. Все мои расходы, все мои доходы шли от него на апгрейд компа, микрофоны там всякие, дизайны логотипа, интро-заставки, превьюшки. В общем, все то, что нужно для комфортного и качественного контента на моем канале. Короче, мне решили помочь с моей бедой мои подписчики. Был выложен пост о том, что идет сбор на блок питания, который мы также с моими подписчиками выбрали и на Deepcool PM800D. Я был приятно удивлен тому, что буквально за полтора часа мы насобирали 7600 рублей. Спасибо вам огромное, я реально этого не ждал. И сейчас я перечислю всех, кто помог мне с этим сбором. Значит, топ среди доната. Михаил Александрович, ник Магник, сумма 3000. Максим, ник Сене Кейси, сумма 2000. Извиняюсь, если не так ник произношу. Сергей Владимирович, ник Серджио БСБ 1971, сумма 1000. Спасибо вам, ребят. Далее, Андрей Николаевич, ник Эльф Скай, сумма 500. Александр Анатольевич, спасибо тебе, Алекс СТЗ, сумма 500. И Михаил Артемович, ник Фест Ролл или Рал, сумма 500 рублей. Ну и также Сергей Дмитриевич с очень интересным ником UENDERHIGHTCH1. Спасибо тебе огромное. The Vlad Game, тоже спасибо тебе. И Иван Александрович. Иван, кстати, ты не указал свой индик. Ну что ж, блок питания я уже установил. Игры потестил, все хорошо. Комп не перезагружается. И вообще я сунул свой старый блок питания в новую коробку, надо вообще отнести в магазин и сказать, что вы мне продали, верните мне деньги. Итак, короче, я продолжу выкладывать свои ролики со следующей недели, так как у меня выпадает работа в выходные и на праздники, точнее на праздник 12 июня. На этом все, друзья, еще раз хочу поблагодарить вас за поддержку и увидимся в следующем ролике. Всем пока!